Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. В Могилеве парень предложил двум несовершеннолетним девушкам заработать проституцией, а те и согласились. Парню 21 год, девушкам всего по 14. С клиентами молодой человек общался с фейковой страницы в одной из социальных сетей. Такое сотрудничество продолжалось всего 2 недели. Причина проста. Парень забирал все деньги себе. Теперь ему светят как минимум 2 уголовки. В Одессе суд приговорил 2 воров к чтению книг Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона. Парни попались на краже автомобильных принадлежностей и получили условный срок, во время которого и будут читать книги. Судья пояснил, что вынес такой приговор из-за малого словарного запаса и трудностями с построением сложных предложений у обвиняемых. Белстат рассказал, сколько получают пенсионеры. По данным ведомства, средняя пенсия в сентябре составила без малого 516 рублей. Это на 2,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост связывают с тем, что в прошлом месяце впервые с начала года повысили трудовые пенсии. В среднем они выросли на 6,3%.